Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Третий день, 10 самоцветов забрали. Так, что у нас там в команде? Так, сотый вышел из команды. Всем привет. Всем привет. Так, события в магазин. Ну что, в магазине у нас пак. Давай его откроем. Так, денег мало, магнит, ускоритель, дым. Так, новое задание. И здесь тоже мы забираем с тобой 2500, зимние шины, стартовый ускоритель. Выиграйте 5 гонок на ККМке. Да, конечно. Так, сделай 6 поворотов на раллийном авто. 6 поворотов, ну, не знаю, можно, конечно, попробовать. Так, зимние шины, опять же, у нас ускоритель дым. Ну что, милия шахтера, друзья, я не знаю, сегодня попробуем взять 13 тысяч кубков. Заменяем вид. О! Сыр на голове у нее там, я смотрю. Сыр-спутник, сыр-антенна, или как хочешь называй это. Ну, неплохо. Вообще, я тебе скажу, зебестовски получилось. Так, теряем скорость. Слушай, да я вниз, наверное, поеду. Твою налево, лучше бы я поверху там, наверное, шуршал бы. Так, не разбиться бы где-нибудь. По тележкам. Тут, походу, дело одна гонка. Судя по тому, что очень... долго уже едем. Да, скорее всего, здесь одна гонка будет. Так, горючее подобрали. То есть я уже не волнуюсь о том, что у нас горючего не хватит. Где у нас финиш-то? Вот он. Все, ребят. Да, была одна лишь всего лишь гонка. Эх, девчуля в труселях бегает там. А, гора смерти. Такое название. Гора смерти. Три гонки здесь будет. Баги, как всегда. Как всегда, бустит. Вот, это, вот эти вот прыжки. О, ролейка. Да блин. Это только мне так может повезти, а. Да, каким я там приехал? Третьим. Третьим, просто-напросто, ребят. Горосмир, ненавижу вот эти вот, когда вот прыжки, бугры и тому подобное. Нифига там спорт, авто и баги. Вы молодцы. Вы прям красавцы. Зря я так подлетаю. Измаил. Обделался опять. Че он там? Он с монетным ускорителем, с этой стурбы вшивой ехал. Понятно, короче. Ну, здесь, походу, дела я вообще, друзья, не выиграю, одним словом. Вот эти вот перелеты. Фига себе, это что сейчас было? Я думал, что я сейчас перевернусь и все. Мне хана. Но нет, мы как-то еще и первое место заняли даже, умудрились. Они все тут на монетных ускорителях ехали. Но все равно, ребят, третье место, поэтому я отъезжаю назад. И миля в пустыне. И знаешь, почему здесь, вот в этой гонке я проиграл? Потому что ускоритель мой, который на приземление на оба колеса, он вообще там не активен был. Так как не было приличных мест, где можно было бы его заюзать. Вот и все. Поэтому колесный ускоритель, он в принципе здесь не сработал как нужно. Да уж. ККМ-ка, отвали, метаха. Какая-то метаха, ребят. Упс. Тут опять одна гонка, да, получается?
Ну, ёк-макарёк, блин, а там, друзья, фигово у нас будет. ККМ-ка тоже здесь обделалась. Тут, походу, все обделались. Но, тем не менее, я вырвался вперед. Да, ребята, вырвался вперед и первое место заняли. Сельский кубок у нас впереди. Кто-то в комментариях написал: Рэй, проходи вот эти вот гонки за кадром. Друзья мои, если я буду их за кадром проходить, тогда можно вообще эту игру не снимать. Нифига, чувак, по прыгульке там начинает раскочегаривать, смотри. Мне его просто не догнать. По прямой вообще никак. Чуть-чуть бы, 100% был бы какой-нибудь подъемчик, он бы на своих попрыгульках тут же бы и обделался, поверь мне. Ну давай, 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 Рэйчик, газуй. Вот и все. А этот со своими попрыгульками там, его даже ККМ-ка обогнала. Так что делай выводы. Ну что, мы двигаемся дальше. Видишь, когда он прыгает? Он и именно на трамплин, на каких-то прыжках делает, и все, ребят. У него крыльев нету? Есть, у него и крылья есть. То есть обо всем позаботился, да, получается? Вот, вот это вот была параша полная. Ну что, получается, что я... А какое место у меня? Первое. Вот из-за того, что мы вот врезались внизу, да, на этом мосту подвесном. И все, и скорость сразу же сбилась. Ёк-макарёк. Две спорткара плюс две ролики. Ха-ха-ха, нормально. Так, друзья мои, тут меня обгоняют. Но, тем не менее, я первым. Спорткар, ну, слабину дали. Да, эта машина, ребята, действительно может, по-моему, легко перевернуться, я смотрю. Так что этот, как бы, спорткар ненадежная тачка. Смотри, как ролейка просто пронеслась на одном дыхании всю гонку. Вторая ролейка обогнала. Так, давай смотрим, что у нас тут получится. Сорвала крышу нам. То есть у нас получается облегченный вариант. Ну куда ты? Нет. Приехал я вторым здесь. А, еще гонка. Кто-то сказал поменять цвет машины. А почему не нравится цвет-то этот? Фиолетовый, я не пойму. Опять этот драгофил меня хочет обогнать. Драгофил. Хорошо, что не зоофил, ё-моё. Ух, вылетели. По полной программе. Ну что, ребят, 11 очков. Я считаю, что это неплохой результат. Ладно, давай поменяем расцветку, раз вам не нравится. Какую взять-то? Красную, наверное, вот такую, да? Ну, пускай будет красная. Ну что, я ненавижу воду. У нас начинаются опять подводные гонки. Но бамс. Все, крыши как будто здесь и не было вовсе. Я вижу, вижу, что там ролик от меня не отстает. Первое место. Е! Что-то он там еле-еле едет. С магнитом ехал. А зачем ему магнит, если у него нет ускорителя или того же самого нитро? Вот что мне непонятно. Блин, опять крышу сорвало. Я помню. Помнишь, здесь мы тогда в тот раз врезались-то?
Ну, что-то типа того, блин, сейчас просто чудом как-то уцелели, не разбились. Два раза можно было просто снести себе голову, но нас миловало что-то, не знаю, что-то защищало. Да ты так. Ничего себе. Ну, неплохо. Так, сейчас мы на трубу, наверное. Фига себе, вообще отлично проехал. Просто великолепно. Ну что, берем награду, да? Угу. 20 деталей, это у нас тяжеловоз. Плюс вот здесь у нас сундук. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Эпические холмы. Блин, эпические холмы, это, по-моему, то же самое с этим, с подъемами, да, со всякой дребуденью. Да чтоб тебе-то, твою же, налево, душу ты. Что с машиной-то, а? Это там, они оба, что ли, на форсаже там едут? Нет, один на нитро, другой на форсаже. Я не знаю, мою машину просто поднимает наверх, он как и у этого чудика. А как он теперь... Да. Вот именно здесь, друзья, именно вот здесь, вот в этих гонках, твое вшивое сцепление вообще никому не нужно. То есть зимние шины вот эти вот, которые стоят. Они просто никому здесь не нужны. Вот и все, что я могу тебе сказать. Ну давай, рычаг, вытягивай. Блин, он все равно сзади по пятам едет, а? Есть. Он там накрепил на себя, не поймешь чего. Там и то, и все на нем надето. Пятое, десятое. Как это опять баги-то тут? Слушай, по-моему, я делаю отрыв. Да, ребят, я оторвался от них очень даже далеко. Есть. Вообще, смотри, сколько мы уже с тобой стоим здесь. И только баги влетело. На своих этих суперускорялках они там летят. Что там в команде? Привет, Рей. Прив. Так, ладно. Дальше. Восхитительные диверсии. Ну, вы знаете мое отношение к этим восхитительным диверсиям. Типа того. Никак не могу запомнить, что первая гонка в этих восхитительных вшивых диверсиях у нас идет именно убийственная, блин. Потому что все время влетаю туда и разбиваюсь. И никак я этого не могу запомнить. Ведь это неправильно. Бургерная тут еще лезет, стоит. Давай, тихонечко, тихонечко. Хотя бы здесь первое место возьмем, да. Здесь взяли первое место. А тут, по-моему, с карусели, да, вот с качелями. Если не ошибаюсь. Именно эта трасса, да. Именно это. Я поеду понизу. Так, тихо. Ну вот я вот так вот решил поехать. И первое место. И в итоге я тоже, друзья, первый. Так, ну что, 3000 монет впереди нас поджидают. А впереди у нас восхитительные пещеры. Восхитительные, друзья мои, пещеры. Кто-нибудь восхищается этими пещерами, а? Я самый умный, да?
Чушок перевернулся. Я такой злорадный, да? Как говорится, плевать на все, главное победа. Ну просто чувак там перевернулся. Неудачно приземлился, называется. Так, вниз, 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 вниз. Давай, 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 машиночка моя родная. Облегченный вариантик сразу же. Опа! Как с куста. Как с куста мы сделали это все дело. Продолжение мать учения. Я заезжаю сюда. Блин, он не задел кактуса, в отличие от меня. Знаем мы этот вариант. У нас облегченный вариант машины, и мы побеждаем. Так что прекрасно все. Что там опять пишут у нас? Видео снимаешь, Украина топ струнина, всем привет. Да, да. Ну что, райская бухта, может, возьмем этот? Кстати, мне сказали танк прокачать, но у меня денег не хватает на танк. Возьмем багги. Но опять же, не вариант, что мы здесь можем победить. Постараться надо, конечно. Ой, ё! Я не на ту машину засмотрелся, прикинь. Вот это да. Я засмотрелся на ту тачку, которая там перевернулась сейчас. Только не врежься. Фью. Нет. Да отвали ты. Да какого лешего ты в ватрушку-то лезет? Ватрушка, вертушка. Не имеет значения. Просто лезет. Да, ребятушки, первое место. А, так тут одна гонка всего лишь. Понял. Опять глубоководная езда. Да чтоб вас... Чё мне с машиной-то? Чё мне постоянно закидывает? Сказали, не очень хорошая вот эта машинка, выскочка. В комментариях ребят написали. То есть она не стоит особого внимания, чтобы там на нее зариться. Бил. Какой ты в задницу бил? Назвался ты еще Бил. Дебил. А вот это вот было... А, хотя нормально, ребят. Я же думал, что трубу там продинамил с пузырем. И, соответственно, никуда бы сейчас не проехал бы. А тут, видишь, финиш очень быстро рядышком стоял. Опять Бил тут начинает выпендриваться. Ну что делать, если уже так вот получилось, блин, едь? Как едешь без пузыря, блин? Если обделался, блин. Ну что ты в... Ой, мудозвон. Ну твою налево, все, ребят, это фиаско. Это надо было перед финишем говна-то схавать, а? Твою налево, блин. Начал там хиромантией какую-то страдать. Ну серьезно, ребята, хиромантией просто-напросто. Подводная лодка, естественно. Так. Да. Так хорошо шел, ребят. Так хорошо шел, и на тебе. Сфейлился. Давай, багги, песочек это для тебя должен быть, по идее.
Нет, тут смотри, тут спорткар. И не только спорткар. Тут и тягач, ребят, тоже тянет. И тягач тут тянет тоже хорошо. Давай, не дуркуй. Блин, он не отстает от меня. Есть контакт. Первое место. Two record. Хорошо, он там бустанулся, ребят. Хорошо, ничего не мог сказать. А он тоже с монетным ускорителем. Ну тут надо воду уже заныривать тогда, что сделать. Что-то мы с тягачом самый последний, по-моему, едем здесь. Так, я третье место занял. Где там обделаться успел, не понимаю. Так, теперь тягач тут первый, да? Выпендривается. То есть я дольше всех почему-то в воздухе нахожу. О, вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. Взял канистрочку перед самым финишем. Перелетел. И все забрал, что можно было. Так, испытания на скоростных спусках. Что-то я такого не помню уже давно. Кстати, испытания на скоростных спусках. А ну-ка. Ну кто там, что там, что там за... полетело? Говномашина это, да? Ай, супер дизель вшивый. Ничего ему не светит. Надел эти фиговины и думает, что ему теперь можно. А, у него и ресурсы, да? Вот так вот он решил. Я тебе хочу обрадовать, парень. Эта трасса не для твоих вот этих... пшикалках, как их назвать, даже не знаю. На этих трассах выигрывают обычные, самые нормальные мужики, ё-моё. Без всяких там выпендрёжей. Вот такие, как я. Вот и все. А то он там мне свою пшикалку врубил. Вот, день гонок, друзья мои, день гонок. Тут, естественно, трасса чисто для раллийных авто и спорткаров. Главное приземляться на оба колеса, и все будет... и все будет окей. Вот, видишь как? Просто... Но этот тягач-то, смотри-ка, не уступал там никому места, да? Ни этим, ни тем. А тут, по ходу дела, я уже обделываться начинаю. У него там что, нитро, что ли, стоит? Милейшнс, свали в трубейшнс. Е! Вот так вот папа делает, ребятушки. Учитесь. Блин, идеальный старт был? Был. Но тут опять этот охламон, Анкор Вет, вылетает вперед. Главное, на оба колеса. Приземляешься и все. Дальше как в сказочке, ребят. Видите? Ну вот. Вот. Ведь можем, когда хочем. Что там у нас? Так, я видео. Полное уведомление выключено на все. Буду ждать видос. Так, я видео, скорее всего. Ой, что я делаю-то? Дальше, конечно, кубки. Ребят, остается совсем чуть-чуть, и у нас будет уже 13 тысяч кубков. Я удивляюсь, когда люди пишут, а я уже там день прошел, я уже, говорит, на 20 тысяч кубков имею. Я про себя думаю, да.
Нет, если, конечно, сидеть чисто и в нее играть, как я уже об этом говорил, то, конечно, все это можно сделать. Ого! Чего? Чего? Какого фикуса ты делаешь, парень? Не, я понимаю, что у тебя монетный ускоритель. Но как он там летел? А, он, видимо, все, я понял, ребята. Он сверху, когда с большой высоты прыгает, он планирует. Ему проще это преодолевать препятствия, потому что мы-то едем, а он... Вот здесь вот, например, ему хорошо же лететь, да? Он, видишь, он полетел там в Поднебесную. Видишь? И вот за счет этого, конечно, ему будет попроще. Он тут перелетает. Вот еще один для него тут трамплин удачный, так скажем. А я только вот так вот приземляюсь на колесики и немножко подгазовываю. Фига себе, спортивную машину там заделали. Всю в защиту, всю в броню заделали ее. Тут главное, еще раз говорю, мне, ребят, выгоднее вставать на оба колеса. И все. Если ему выгодно... Ой, нормально. Ух, почему-то я так и думал, что вот такое вот будет, ребята, такая вот беда будет. Я первый. Ну, бас, ёк-макарёк. Ну, вот такие вот гонки мне нравятся, друзья мои. Когда вот азарт там, полные штаны. Это да, это круто. Ой. Все. Что это? Машина обделалась. Как её там, баги. Ну и я, естественно, тоже обделался. Только он еще и меня и обогнал. Как тебе такое раскладится? Ничего себе, как круто. Слушай, а кому... Да понятно, понятно, что. Каким там четвертым, последним самым приехал. Самым последним я приехал. Так, давай-ка я вниз поеду лучше. Хотя, наверное, надо было наверх. Отлично. Отлично, друзья мои. Все-таки заехал и все исправил как надо. И задание еще выполнил. А, маневр даже. Я выполнил маневры. Сделай 6 поворотов на раллином авто. Сложно так сделать повороты. Это надо, это если супер-пупер там прыжок у тебя затяжной, ты прекрасно знаешь, что внизу ничего не будет. Можно сделать, конечно, этот прыжок. Ребята, хотел первую часть, короче, это. Там же вы сказали обновление, да, новая трасса выйти. Хотел обновить игру, а она не обновляется, потому что у нас ее нету в Google Play, в магазине ее нету. И я не могу обновить. Поэтому я не могу посмотреть новую трассу, прикиньте. Вот так вот. Обидно, конечно, так. А если я начну со сторонних где-то, например, с АПК файл или еще что-нибудь, то у меня сотрутся мои сохранки, ты понимаешь, да? То есть это все с нуля придется скачать. Да что ты там в этот кактус-то втырилась, твою налево. Фух. Так, вторая гонка тоже отлично у нас прошла. Давай третью. Последнюю. На ура пройдем. На ура, а не на дуру. Так, здесь мы легкий такой прыжок сделаем. Так, баги. Иди гуляй. Я вижу... Ох, спорткарчик тут еще, ребят. Вот так вот. Ну что, я так предполагаю, наверное, еще одна гоночка. Трасса Била. Давно, кстати, я на трассе Била не ездил. Заскучал я, друзья мои, по трассе-то по этой. Спорткар сзади. Прям, вот прям чувствую, как поджимает. Ух. Хе-хе-хе. Чумачок.
Куда ты лезешь-то? Папа за рулем, он лезет. Вот и все. Не, отличная, отличная трасса. Она напрягает именно своими возможностями. То, что тебя в любой момент могут обогнать. Например, эта спортивная тачка, которая очень даже легко, так скажем, на этих трассах у нее вообще скорость там заоблачная. Не зря называется спорткар. А я вот так вот не спеша, потихонечку пытаюсь поймать баланс на двух колесиках. И все. Ну что, последняя гонка. И надеюсь, мы возьмем 13 тысяч кубков. Ты смотри, 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 что, вот, вот об этом я и говорил. Давай, родненький, жми. Есть. В отрыв, просто пошли в отрыв. Да. И... балалайка. Балалайка. Потому что болотистая дорога у нас впереди. Ох, тягач там комфортный, а? Ты посмотри. Опа! Откуда, откуда здесь ролейная... ой, этот... взялся, я не понял. Из-под низу. А, он, наверное, пробил преграду. На своих попрыгульках опять. Он пробил там преграду и, и по низу поехал, по ходу дела, я так понимаю. А других вариантов нету? Как он мог еще появиться там? Кто там у нас? Бамблби? Бамблби, костями похрусти. Еще раз повторяю, когда папа на дороге, чтобы все шуршали по сторонам. Ай, шутка, конечно, ребят. Просто весь на адреналине сидишь, тут дергаешься, как паралитик. Вот, вот это, ребят, самое худшее, что могло бы быть. Обосраться, называется. На ровном причем месте. Понимаешь? Просто вот. Ну, тут понятно, что в любом случае первое место у меня будет. Но мог бы гонку-то нормально закончить, да? Давай еще всю гонку тащи это кресло. Даже третьим. А где этот Бамблби? А, он разбился где-то. Ну, все, ребят, 13 тысяч кубков у нас в кармане. Тут, кстати, совсем недалеко и до 16 тысяч кубков. Блин, как же жалко, что нельзя донатик влепить, да, ребят? Я бы сделал бы и получал бы шмоки. Ну, я хотел с днями играть, чтобы попасть в видос. А тут же первый день после того, как зашел, попал в видос. А коли видео... да. Молодца. Так, ну что, друзья мои, на этом сегодня я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.